все зависит от того, от случая произошедшего, да. То есть, если не убран снег, управляющая компания несет ответственность, если вдруг человек получил повреждение. Но важно правильно зафиксировать свое повреждение. То есть, это либо обратиться самому в травмпункт, либо вызвать скорую помощь. Ну, а далее уже дело скорой помощи. Они передают информацию в органы полиции. Если органы полиции не возбуждают уголовное дело, то тогда в гражданском судопроизводстве можно обратиться с претензией в управляющую компанию, а далее уже взыскивать и доказывать в суде свою правоту, и там уже суд решает.